Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня снова закупка продуктов из магазина «Лента». Получилась она у меня где-то на 6 тысяч примерно вместе с бытовой химией. Купила себе еще метелку. Чек будет в конце видео, давайте сейчас вам все покажу. Песенька моя, как всегда, все проверила, да? Плюс я все проверила, все, чтобы все было на месте. Так, и вот я купила себе вот такую, девочки, совок вместе с метелкой. Очень удобно, ее можно вот даже вешать на что-то. У меня была подобная, только совочек был поменьше, да, бондочка, вот, и у меня треснул совок, вот, и предыдущей вот такой штучкой я пользовалась где-то, не знаю, года 3, наверное, если не больше, треснул совок, поэтому я купила вот такой новенький, и смотрите, какой большой совок прикольный, и метелочка очень удобная, вот эта вот. Вот, дальше кошачий наполнитель купила, здесь у меня немножко бытовой химии, я купила бумагу, это муж у меня попросил ему купить, и купила снова вот этот лоск, он был по акции, и он мне очень нравится, как он стирает, соответственно, кондиционер свой любимый, вот этот лентовский, также здесь салфетки, упаковку обычных, запасные блоки для чистки одежды, их обычно... В Икее, но я в Икее уже 100 лет не была, поэтому купила вот в ленте. Здесь у меня дезодорант мужу вот такой купила. Все падает, как всегда. И салфетки. Я обычно беру другие с таким клапаном, но их не было в наличии, поэтому взяла вот такие. Ну и тут женские штучки. Ну и давайте здесь, значит, купила кусочек мяса. Он был корейка свиная, он был по 250 с чем-то рублей. В чеке скидка пробивается. Дальше купила сосиски. Вот такие папа может мясные. Они, кстати, очень нравятся. Тоже были по акции. И купила вот такой сыр с медом. С медом и с орешками. Мне кажется, должен быть очень вкусный. Я просто с орешками пробовала. А вот чтобы с медом, нет. Так что попробую. И был также на акции вот этот сыр Гауда полутвердый. Тоже взяла кусочек. Взяла свою любимую вот эту вот имитированную икру. Это не то же самое по вкусу, что обычная икра. Я говорю много раз, но я обожаю ее. И самое вкусное из всех вот этих вот... подобных вещей, это именно Балтийский берег. Также у меня муж как-то покупал вот такую штучку с креветкой. Кстати, у них есть какой-то рыбный паштет в таких же банках, вот у Балтийского берега. И он меня попросил, я ему купила снова вот такая креветка в соусе с копченым лососем. Очень моему мужу понравилось. Так что вот такие штуки. Также у меня здесь колбаска, тоже папа может, вареная. Взяла небольшой кусочек на 145 рублей. И взяла кильку в томате. Я ее обожаю. Ем ее просто так, с кусочком хлебушка. Так что люблю. Еще взяла вот такую чай, упаковочку небольшую. Здесь соус. Вот этот терияки тоже я его очень люблю. Он очень вкусный. И вкусный именно вот этот махеев. Ну и здесь у меня молочка. Две бутылочки молока взяла. Вот такое отборное, потому что оно было по акции. И я его взяла. И вот такие штуки это я в школу. Деткам, в общем, тут всякие молочные коктейли, вот такие, кстати, очень вкусные, несколько штучек взяла. Здесь также у меня соевый соус, вот этот сенсой или сенсай, как правильно его все время беру, сок добрый мультифруктовый, кока-колу, я ее уже в машине отпила чуть-чуть, на что-то вкусное иногда. Вот, и здесь еще увидела вот такое сгущенное молоко, мягкая карамель. Мне кажется, должно быть нереально вкусно. На жаре блинчики как раз вот с такой штучкой или, например, на какую-то выпечку, мне кажется, тоже будет очень вкусно. И вот такой еще сливочный крем упаковочку взяла. Вот. Иногда очень вкусно бывает. Также у меня здесь вот такой батон Геркулес с трубями и вот этот кукурузный хлеб, вот этот очень он вкусный, прям вообще он мягенький-мягенький, его можно даже разогревать. Обычный хлеб вот такой лентовский, и взяла две лепешки, девочки, я погрызла, у меня детки тоже в машине сейчас погрызли, очень вкусно, он прям я взяла, он горячий был, из тандыра вот эта лепешка, она нереально вкусная, и очень вкусно ее пекут в ленте, наверное, еще где-то тоже вкусно, по 30 рублей вот такая лепешечка стоит. Здесь еще круассаны, вот такие две упаковочки взяла с кремом какао. И дальше у меня фрукты и овощи. Значит, я купила ананас по 145 рублей. Потом здесь у меня вот эти
что это? Апельсины. Апельсины красные, они, кстати, обычно должны быть очень вкусные. Вот они по 139 рублей, но я что-то прям много набрала, потому что я их очень люблю тоже есть. Яблочки у меня здесь вот такие, Айда Ред, по 79 рублей на 123 рубля. Потом бананы. Бананы тоже очень прям ароматные лежали, их только-только выложили, и я решила их взять по 109 рублей. И здесь у меня еще груши конференц. По 149 рублей. Взяла 3 огурчика. Вот такие обычные, самые приличные. И помидоры на ветке. Бакинских так и нету. Вот, поэтому я взяла вот такие на ветке. Они самые приличные из всех, которые там лежали. И здесь у меня, девочки, еще картошка. Появилась молодая вот такая картошка. Я вот эту молодую картошку, она у них обычно в ленте очень-очень вкусная, в этом году беру первый раз, я ее буду запекать в духовке, она будет нереально вкусная, я либо крошку картошку, либо по-деревенски сделаю, специально для этого взяла тут на лист, ну, может быть, на два раза сделать что-нибудь, и обычную вот такую белую, картофель эконом там совсем очень плохой, он прямо мягкий, может быть, мороженый, наверное, поэтому я тоже взяла вот такой, это, ну, так, суп сварить, там еще что-нибудь. Так что вот такая вот у меня получилась закупка, и сейчас вам покажу чек.